Парни, я только поснимаю, посмотрю, чтоб там это, что-то заметить. Захват самодельный. Кун, конечно, все. Понятно. Блокировки нету. Целый. Пускать. Здесь лонжероны, крепления. Здесь вообще зализано. Тяга есть, ага. Удлинитель. А вон работает? Да, работает. Есть механизм. Кабина, конечно, живая, в смысле, колеса, блин, опять с такой, с этими, первый раз еще не Сузуки вижу, может, там и стоял дезовская, так, ручник, вон, тормоза. Так, здесь, конечно, а что, он бывший колхозный, да? Окончательно или что там, двинетесь, нет? Да вот я так сейчас звонил здесь местный, говорю, чего, я хочу купить. Да. Сейчас он сразу панику поднял. Пойдем сейчас понятно, сейчас заберется. А ешку не продаете, не ваша? Чего? Ешка. А где ваш там на этом, на ферме стоит, что ли? Сколько немного подвинетесь-то?
150, короче, да? А что скоростя, давление, как, что? Не, нормально, рабочие ступени поменяли, а как касается точно, ну, отлично включается, нормально. Ну, она вылетает. Я вылетает? Я, посмотрел, не ехал ни разу. Угу. А этот? А давление что? На холодную, на горячую? Горячую. Ага. Понятно. А что он? В компании его подшаманивали. Да, честно говоря, особо не видно, что его подшаманивали. Да нет, кабина-то понятно, что да. Скачки тоже перебрали, шневая новая вообще полная. Ага. Когда его перебирали-то? Скачу осенью. Осенью. Выхлопной магнита нету. Я к тому, что говорю, что если бы его, понимаешь, делали, тут как бы много все поменяли и сделали. Он даже вот видишь, болтики и то. Я для себя бы так. Да я все понимаю, но для себя бы я такой так бы не делал. Для себя бы он гайку бы не подкладывал. Ну понятно. Отвалили за это и уже бюджетными способами все это, ну, минимально, все, понятно. Не было, вдвоем как бы и сенокосы, и трактор нужен, чтобы и стены, и все, я понял, хорошо.